Россиянка в 37 лет стала матерью-героиней. Жительница Ростовской области родила 10-го ребенка, когда ее старшему исполнилось 17 лет. Однако роды протекали с осложнениями. Россиянка перенесла тяжелую анемию. Но многодетная мама выстояла, и на свет появился абсолютно здоровый малыш весом 3,7 килограмма и ростом 52 сантиметра. Двойняшек у многодетной мамы нет, а разница между старшим и младшим ребенком 17 лет. Все дети занимаются музыкой, играют на скрипке и духовых инструментах, рассказали в пресс-службе центра. Роженицу уже выписали домой, на выходе из роддома ее встречала вся семья.